открывает наш хит-парад Кришьянис Редликс. В этом эпизоде выцеливал один из братьев долго, а вот забросил быстро, хлоп от синей линии и точнёхонько в девяточку. Казалось бы, ничего сложного, в общем-то, все так и есть, если прицел в норме. Строчкой выше расположился капитан Лева Любаш Бортечко, тёртый калач. Он еще с «Динамо» 7 лет назад чемпионом становился. Глядя на его лопату, понимаешь, что и в обычной жизни форвард словаков не затеряется. А что, так закончит с хоккеем и вперед снег вокруг зимнего стадиона чистить. Бронзовым призером становится Марек Вапил из «Динамо». Все как в старые добрые времена. Позиционка в большинстве, несколько диагональных передач и точный бросок. Так и хочется сказать Сергея Макарова. Марек Вапил, третье место. Серебро достается Александру Свитову из Уфы. Правда, в этом моменте свою награду, если таковая имеется, он должен распилить с Сергеем Гимаевым-младшим, который, собственно, своим суперпасом и подарил Свитову возможность нанести результативный бросок по воротам. На первом месте однофамилец любовницы первого российского императора Евгений Монс собственной персоны. Важно, чтобы в этом моменте Женя закончил свой маневр на мажорной ноте, выкатился на дальний пятак и броском под планку отправил шайбу в сетку. Евгений Монс, главный герой прошедших 7 дней.